Ноктюрн.
Приветствую вас, дорогие друзья. Я Вячеслав Ольховский. Как вы поняли, певец. Вот. Сегодня был у меня концерт. Сегодня я как-то был в ударе. Пел я с удовольствием. Программа была обширная. Пел я неаполитанские песни, русские романсы, из своего репертуара песни. Вот. Песни из репертуара Муслима, которые я очень люблю и высоко ценю. Публика мне очень понравилась. Сегодня как-то такой необычный жаркий день. И, наверное, поэтому я был в хорошем настроении. Да я вообще люблю петь. И скажу честно, без пения я не представляю себе свою жизнь. Поэтому дай Бог мне здоровья, чтобы я еще долго-долго пел. Себя радовал, ну и надеюсь и вас, дорогие друзья. Что бы еще мне хотелось сказать? Вот пройдет лето, наступит осень. Приглашаю всех на свой концерт. Спасибо.